Между тем, власти Турции продолжают укреплять энергетическую стабильность страны. В провинции Мерсин строится первая турецкая атомная электростанция. Она должна обеспечить устойчивое и безопасное энергосбережение страны, а также максимально снизить зависимость от внешних поставок. Мои коллеги продолжат далее. В Турции энергию производят больше 30 тысяч электростанций разных форм собственности. В июле их общая мощность составила около 113 тысяч мегаватт. Однако этого недостаточно. Спрос на энергоресурсы в стране неуклонно растет. При этом большая часть электричества все еще импортируется. Эту проблему решают строительством АЭС. Уровень зависимости Турции от зарубежных источников энергии составляет около 80%. В настоящее время страна реализует множество проектов для снижения этих показателей, в том числе и посредством развития атомной энергетики. Речь идет о первой турецкой АЭС Акую, которую сейчас возводят в провинции Мерсин. Этот объект снизит внешнюю энергозависимость Турции на 5-6%. Более того, в условиях глобальных изменений климата и нехватки водных ресурсов я уверен, что атомная энергетика станет самым важным источником энергии в нашей стране. Строительство атомной электростанции Акую стартовало в 2015 году. Она возводится на побережье Средиземного моря в сотрудничестве с Россией. После полного ввода в эксплуатацию АЭС будет производить 10% всей электроэнергии страны, обеспечивая при этом Стамбул с населением в 20 миллионов человек. Строительство АЭС Акую продолжается. Все реакторы будут запущены к 2028 году, и ежегодно станция будет производить 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Специалисты подчеркивают, в век современных технологий важно использовать самые передовые разработки, призванные не допустить повторения таких масштабных трагедий, как на ЧАЭС и Фукусиме. При этом атомная энергия имеет множество преимуществ, таких как отсутствие выбросов углекислого газа, небольшие площади для строительства и стабильное энергоснабжение. Для строительства АЭС Акую в 70-х и 80-х годах прошлого века определили безопасные районы Турции с учетом сейсмической активности. Строительство ведется вблизи водоемов, необходимых для охлаждения реакторов. Перед началом строительства провели множество тестов, которые подтвердили высокую устойчивость станции к землетрясениям, штормам, наводнениям и цунами. Срок эксплуатации АЭС Акую составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20. Запуск станции создаст около 4000 вакансий. Власти Турции планируют построить вторую атомную электростанцию в городе Синоп на Черноморском побережье. Однако детали проекта и ключевые партнеры пока не определены. Тамерлан Ким, Мируэр Канага, 24 KZ.